Евпатория встречает тепло. В середине дня на набережной солнечно и почти безветренно. Хотя до обеда и моросил мелкий дождь, от туч не осталось следа. На небе светлые перья облаков. Море здесь другое. В Севастополе уже в свинцово-серых тонах, а на северо-западе Крыма летние краски будто бы задержались. Погода явно не новогодняя. Чего не скажешь о настроении. Атмосфера в городе уже полностью соответствует наступающим торжествам. Центральные улицы, парки и скверы в ярком убранстве. Преобразилась и главная площадь города – театральная. Здесь установили светодиодные конструкции. Буквы Евпатория и цифры 2018 – трон Снежной Королевы. Любителям праздничных фотосессий есть где разгуляться. А еще в канун Нового года здесь появилась необычная услуга для тех, кто верит в чудеса. Вот, оказывается, прямо здесь, в центре Евпатории, можно написать новогоднее послание Дедушке Морозу. Ну, мы написали следующее. Дед Мороз, подари в новом году счастье Евпатории, Севастополю и всему Крыму. Телеканал НТС. Будем надеяться, что наше желание, новогоднее желание обязательно сбудется. Кстати, в уходящем году добрые дела для жителей Евпатории совершали не только волшебники. О городе заботятся представители местных властей. Мы очень довольны тем, что наконец-то мы вышли из проектной документации и начали реализовывать программу ФЦП. У нас в этом году заканчивается детский сад, в следующем году школа. Это огромные большие проекты, модульные детские сады. Мы организовали дополнительные группы в наших дошкольных учреждениях за счет муниципального бюджета. Всех севастопольцев глава Евпатории приглашает 23 декабря на традиционное шествие Дедов Морозов. В нем будут участвовать сотни волшебников. И на открытие главной городской елки. Репетиция этих праздничных событий как раз в разгаре. У Евпатории с Балаклава подписано соглашение в рамках взаимодействия межмуниципального сотрудничества. Поэтому мы очень любим Севастополь, очень уважаем наш город-герой. Руководство Евпатории надеется, у главной елки в общем хороводе субботним вечером соберутся не только местные жители и севастопольцы, но и гости со всего полуострова. Ведь Новый год – праздник семейный, а все крымчане – одна большая семья. Наталья Данилова, Дмитрий Лелека, Александр Космоненко, Севинформбюро, Евпатория.